Юрий Викторович, я Ренат Тагирович, хозяин дома. Ты как сюда попал? У меня есть ключи, как ни странно. Да. А что случилось? Я пытался дозвониться до вас, но вы не брали трубку. А у меня вчера был тяжелый день. Я вижу. Ну, чем обязан? Видите ли, Юрий Викторович, срок аренды закончился. По договору вы должны были предупредить меня о продлении за неделю до окончания. Но вы этого не сделали. Я сдал дом другим людям, так что вы должны освободить его в течение 3 суток. Вопросы есть? Да, Ирич, какие вопросы? Нет никаких вопросов. У матросов нет вопросов! Все зашибись! Все нормально, конечно. Доброе утро. Доброе утро. А мы купили на завтрак багет. Очень хорошо. Вот. А что забрал? Валь, я решила вернуться домой. Не понял. Ну, я очень хочу вернуться домой, в свою квартиру. Света, ну, рано думать, что все закончилось. Ну, Валь, ну а чего мне бояться? Суд мы уже выиграли. Что делать дальше, ты мне уже сказал. А если честно, я ужасно устала мыкаться по чужим квартирам. Просто очень хочу домой. И вон, Джек тоже. Свет, тебя может найти Мазуров. Ну, он меня уже нашел, и, как видишь, ничего страшного не случилось. Как нашел? Ну так, мы встретились с ним перед судом. Юра нашел Свету, что он задумал. Мазуров ничего не делает просто так. Ну, я просто почувствовала, что все будет нормально, и согласилась на эту встречу. Что он хотел? Он предлагал всякие варианты сотрудничества, я, разумеется, отказалась. Он тебе угрожал? Нет. Свет, я тебя прошу, постарайся вспомнить все дословно, что он говорил, потому что он свою угрозу может валировать. Ну, я не знаю, ну что дословно. Ну, он кричал, что это ужасная ошибка. Я говорила, что да, пускай, это моя ошибка, это моя жизнь. Он говорил, что жизнь-то халява. Ну, и, в общем, отпустил с Богом. Поздравляю. Судьи города.
Ремонтик залобахаем и все. Можно принимать. Смотря что принимать. Да все что угодно. Хоть на грудь, хоть на панель. Да ты теперь у нас с тобой будет личный кабинет. Да. Секретарш посадим. И положим. Юрец. Что? Дожил до седин, а все об этом же. Каких седин? Где? Вот они, вот. Это все ты, между, кстати, виноват. Да? Да. Жизнь-то она проходит. Годы же улетают, Серега. Надо газ врубать по полной. И все, ни дня без строчки. Юрец, теперь у нас с тобой жизнь только начинается. Это точно. Ну, знаешь, жизнь, она же как халява. Всю халява. Но никогда не знаешь, когда закончится. Валь. Ну что с тобой? Свет, тебе нельзя туда ехать. Это решенный вопрос. Я очень хочу домой. Если тебе будет спокойней, ты можешь поехать вместе с нами. Добрый день, Юрий Викторович. Привет, Наташа. Вы ко мне? Да вроде нет. Не понял. Что делают посторонние в офисе, а? Это со мной, Юрий Викторович. Петр Николаевич. Ха, здрасте, голубчик. Какими судьбами? Да вот осваиваемся потихонечку здесь в качестве долевого участия. Ой, прям на рейдерский захват смахивает. Да ну что, просто визит партнера к партнеру. Интересно. О каком долевом участии идет речь? Дело в том, что Светлана Шевердина уступила мне 2% акций, принадлежавших компании. Честно говоря, для бизнесмена такого уровня, как вы, такой несолидный процент. Но все равно присаживайтесь. Все равно я рад. Благодарю вас. Сотрудничеству, да. Да. Но все-таки решение Шевердино я не одобряю. Интересно, почему? Да потому что по закону она должна сначала была мне предложить продажу своей доли, а только потом, когда если я откажусь. Я вас перебью, уважаемый Юрий Викторович. Дело в том, что ваша компания, то есть наша с вами компания, это публичное акционерное общество, а не частное. Поэтому акционеры имеют право продавать свои доли кому угодно. Или я не прав? Ну, это сколько она вам втюхала свою долю? Некорректный вопрос от бизнесмена такого уровня, как вы. А потом, не забивайте вы себе голову лишней информацией. Она вам еще пригодится для другого. Для чего же? А вы сами подумайте, стал бы я покупать 2% акций, если бы в результате я не захотел купить все. Подожди меня здесь, а? Джексон, ну-ка, охраняй хозяйку. Ну, вроде все в порядке. Если это слово здесь уместно. Да ладно, сейчас быстро все разберем. Давай так, мы с Джексоном тащим вещи и все здесь убираем. А ты готовишь легкий ужин, м? Ну, это ж нечестно. Да то справедливо. Джексон, пойдем. Пойдем помогать будешь. Ты кухонный предатель.
Какой у вас замечательный чай, Наташенька. Спасибо. А хотите, я перенесу все в кабинет? Нет, нет, ну что вы позволите, если я то здесь буду привыкать к обстановке. Я смотрю, быстро обживаетесь, Петр Николаевич. Не хватает только халата и тапочек. Ну что вы, Юрьевич, ну что вы. Я никогда не воспринимаю новое место как постоянное пристанище. Иначе не будет стимула двигаться вперед. Юрий Викторович, может, вам тоже чай? Да нет, Наташенька, ты же знаешь, я чай как-то не очень. Кофе предпочитаю. Спасибо. Да. Хорошая у вас секретарша, Юрий Викторович. Теперь у вас. Ну что вы. Вы уж извините, если я вдруг зашел на вашу территорию. Наташ, тут я вам конкуренцию не составлю. Петр Николаевич. Да. Здесь документы, которые вы просили. А, да. О, благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, Юрий Викторович, теперь вы можете освобождать кабинет. Да? Да. А не слишком ли вы торопитесь, Петр Николаевич? Я все-таки еще совладелец фирмы, и вам придется считаться с моим присутствием. Ну что вы ошибаетесь, Юрий Викторович. Посмотрите, ведь вот это ваш автограф. А и что? А то, что 49% ваших акций были под залогом. Мои люди выкупили эти долги. И теперь вся компания принадлежит мне. Юра, это закладная. Я сделал все, как ты просил. Надеюсь, ты понимаешь, что на кону твоя доля в бизнесе. Ничего. Сделка с развозом все покроет. Смотри, я бы так не рисковал. Вот поэтому ты работаешь на меня, а не наоборот. Доброго вам дня, Юрий Викторович. Здравствуй, Слава. Майор Исаев. Здравствуйте, так мы знакомы. Ну да. Ничего не поделаешь, такой порядок. И советую не оказывать сопротивления. Собрался писать. Хрен ты его так расколешь. Здорово, Марк Александрович. И вам не хворать. Что это? Заключение баллистиков. Сам прочитаешь или пересказать? Я на слух лучше воспринимаю. А. В общем, из карабина этого стреляли, но износ практически нулевой. Что ж так жидко? Тут важно не сколько стреляли, а где. Господи, Марк, ну давай, не тяни. Помнишь, твой бойскаут нашел пулю в дереве? Там же Скрябина убили. Ну, конечно, помню. Так вот, она была выпущена из этого ствола. Что и требовалось доказать. Спасибо. В отказ пошел. Говорит, не понимаю, за что меня задержали. Я смотрю, круто ты с ним. Вышестоящий жаловаться не грозил, нет? Не грозил. Может быть, правда на него надавить? Слушай сюда, Паша. Ты прощупай Харькова, а Славу я сам допрошу позже. Молодец. Очень уверен, в силе держится. Да. Я внученькой горжусь. Она у меня лучшая по выездке. Хочешь попробовать? Да, ну что вы, так наблюдать, да, так это не мой вид спорта. Ну что, Петр Николаевич, как давно вместе? Ничего, нормально. Работаем, двигаем.
И все-таки, Валентин Владимирович, я оказался гением. Скромно. Ты не шути, я ведь мог тебя полем-лесом послать. Ну, подумаешь, друг Сереги Воробьева. Но чуйка меня в который раз не подвела. Ну, насколько я понял, Петр Николаевич, у вас вообще весь бизнес на чуйке держится. Если бы не держался, то мы бы с тобой на кухне Чапаева играли бы. Думаю, что я в тебе не ошибся. Ну что, давай по делам поговорим. Какие дела? А ты что, думал, поговорили и все закончилось? Нет, только все начинается. Самое главное, я понял, что ты для меня парень фартовый. Ну ладно, пойдем обсудим. Значит, как этот карабин с оптикой оказался у тебя в боксе, ты не знаешь. Я уже все рассказал вашему этому второму, как его там? Товарищ лейтенант его. Не знаю, он меня в гражданке допрашивал. Вижу, удивился. Хотите мне всю свою оружейку показать? Оружейка как раз не наша. Хозяина мы ищем. Вот этот ствол мы нашли у тебя в боксе. А вот этот близнец чуть раньше на чердаке. Догадываешься, на каком? Если я скажу нет, вы же все равно не поверите. Вдруг скажешь, да? Сразу разговор наладится, а? Ну как же я скажу, да, если я эту берданку впервые в жизни вижу. А эту, значит, уже видел. Слушайте, ну я ж не дурак. Если я не знаю по поводу одного ствола, что говорить, зачем мне второй? Я ж не этот, не Клинт Иствуд, чтобы из двух стволов шарашить. Не Клинт Иствуд. Но ведь стреляешь неплохо. Этот ствол мы нашли на чердаке напротив твоей прежней работы. Кто-то через этот прицел очень внимательно и тщательно вычислял Юрия Викторовича Мазурова. Тогда у меня к вам встречный вопрос. Ну? Я-то каким боком к Мазурову? Я и на прежней работе с ним как-то вообще не общался. А сейчас так тем более. Слава, давай на чистоту. Ты был водителем Воробьева. А водители, Слава, разные бывают, согласен? Ну, чего же не согласиться? Бывают профи, бывают раздолбаи. Продолжу. Бывают работники по договору, а бывают члены семьи. Я же знаю, как к тебе относился Воробьев. Знаю, как ты относился к нему. Какая это была для тебя потеря. Знаю, как ты жалеешь его жену. И вдруг щелкает. Мазуров виноват! Ствол в зубы и на крышу. Да если бы я Мазурова хотел бы убить, да я бы не стал бы на этой крыше куковать. И ствол бы не стал искать. Взял бы монтировку и по голове бы ему дал. Все. Но это кто на что учился? Да чем мне учиться? Я шоферюга, он 10 лет уже за баранкой. Сейчас шоферюга. А когда-то снайпер. Вот. Рядовой 3-й роты отдельной моторизованной бригады. Учетная запись. Снайпер. Напоминаю, если забыл. Ну что? Теперь есть что вспомнить? Паша. Да. А ты знаешь, что я про таких, как ты, говорю? Что? Ну, толком еще не поматросил, а уже бросил. Я в командировке был. И ты хочешь сказать, что вот сейчас ты пришел именно ко мне? Ну, представь себе. С папкой документов? Наверное, бегал по своим клиентам и заскочил по дороге к одинокой девушке. Ты вот про это, да? Это моя курсовая. Я изучаю психотипы людей. Как интересно. Ты, кстати, зря. Это очень интересно. Хочешь поучаствовать в настоящем научном эксперименте?
Как в прошлый раз? Ну, типа того. Нужно по фотографии узнать характер человека. Слушай, я не специалист. В том-то и дело, я хочу доказать, что взгляд не специалиста намного свежее взгляда специалиста. Ну, давай попробуем. Только для чистоты эксперимента нужен еще один человек, желательно мужчина. Слушай, этого добра у нас здесь навалом. Да, вот по характеру подойдет. Помнишь, ты мне рассказывала, как этот друг Харькова, фамилия острая такая. Острая. Спицын. Вот, можешь его позвать? Да легко. Спица, иди сюда. Это Павел из страховой компании. Он здесь по ДТП Харькова. Александр. Павел. Да, очень приятно. И Павел учится на психологическом, и ему нужна наша помощь в исследовании. Поможешь? А надо? Очень. Заходи. Очень хорошо, что ты в офис заехал. Садись! Садись, молчи! Когда ты возвращаешься из отпуска? Еще неделя. Нет, я ждать не буду. Значит, Валентин, у меня к тебе есть очень важный разговор. Давай сначала тогда я. Чего? Вот. А что такое? Три контракта и сумма опять не детские. Минус мой процент. Да, это понятно. Так. Подожди, что-то я хотел. А! У меня к тебе тоже есть бумага. Ну, вот. Давай, читай. Доля в компании? Мне? А почему нет? Доля небольшая, но для начала самое то. Неожиданно. Значит, маме после моей смерти будет неплохая прибавка к пенсии. Стоит согласиться. Петр Иванович, я даже не знаю, как реагировать на такое предложение. Это нормально реагирую. Я думаю, что это не вскружит тебе голову. Самое главное, ты не продашь ее первому встречному. И с нашей подлодки не соскочишь. Так, Валентин? Ну, то, что не продам, это точно. Ну, если только там детям по наследству. Ну, дети святое. Может, это... Молодец. Итак, нужно по фотографии определить характер человека. Всего три составляющих. Это профессия, семейное положение и характер. Давайте начнем по очереди с тебя, Марина. Ух, думаю, шофер какой-нибудь. Или машинист в метро. Флегматик. Женат. Ваша попытка, Александр? Военный, по-моему. Женат. Ну, кто? В смысле? А, фотографии, честно, я даже понятия не имею. Нам педагог раздавал эти фотографии, мы потом все сравним. А сейчас первым будет Александр. Пожалуйста. Бизнесмен, наверное. Добрый, это... Сангвиник. Сангвиник, да. Поэтому не женат. Смешно. Симпатичный. Ну да, похож на бизнесмена. Думаю, скорее холерик. И не женат, или разведен. Вот, вы чувствуете, да, какие разные мнения? Вот это мне важно было, серьезно, очень пригодится. Служил срочно. Какой там снайпер? Я винтовку в руках держал. И неплохо держал, даже повоевать успел. Да ничего, я не успел, я там неделю был. Всего неделю. На записанном месяце. Слушайте, хорошего снайпера водилы переведут. Ну, переведут, как вы думаете? Причины разные бывают. Может, промахнулся. Может, настрелял слишком много. Слушайте, давайте не будем эту тему трогать, а? Я 10 лет ее хочу забыть. Увы, Поляков, не обещаю. С таким подарком придется вспомнить. А вы служили? Служил. Где? Какая разница? Это большая разница. Вы когда-нибудь в Зеленке ночевали?
Я ночевал. Когда меня духом сопливым на часы поставили. Ну, это понятно. Мне про снайпера. Про снайпера? Про то, как двое суток не жрамши на ногах. А когда на эти часы меня поставили, меня вырубило сразу. Понимаете? Я закимарил. Я заснул на посту. Так, заснул. Дальше. Дальше я все проспал. Вы понимаете? Я все проспал. И как моих резали. Остался. Я перед ним на колени встал. Понимаете, я им сапоги целовал. Я не живу. Понимаете? Я поэтому и водил, и служил. Я им сапоги целовал. Вы знаете, что это такое? Цеп, ну что это такое? Ну, зачем ты взял вещи Валентина? Ну, разве так можно? Хотя, с другой стороны, может быть, действительно нужно, может быть, что-то постирать? Что-нибудь еще? Что? Заказывать что-то будете? А, да. Повтори. Выпьешь со мной? Не пью на работе. Ясно. Свободно. Да, слушаю. Юрий Викторович. Ты кто? Валентин Харьков. Помнишь такого? Я же тебя убил. А у меня как у кошки. 9 жизней. Че тебе надо от меня? Об этом я могу сказать при личной встрече. И вы сможете выйти из игры. А почему я должен тебе верить? Ну, как минимум, вам должно быть интересно причина всех ваших несчастий. Да кто ты такой, мать твою, а? Узнаете при личной встрече. Предложение одноразовое. Вступает в силу через 2 часа. Заброшенный завод за зиме знаете? Какой еще завод? Вы хотели его купить в прошлом году. Допустим. Там через 2 часа. Будете не один. Встреча не состоится. Итак, вы по поводу завещания. Да. Ну, это не проблема. Главное, чтобы было что и кому завещать. Ну вот, маме оставлю долю от бизнеса Метельского. Извините, жена смс-очку прислала. Минутку. Ну, а Вере машину. Кредит за нее как раз закрою процентом от последних сделок. Вроде все. Я готов. Продолжим. Ну, кому и что мы будем завещать? Маме.
и знакомой женщине. Кто там? Здравствуйте. Это с работы, Валентина. Простите, что случилось? Дело в том, что Валя в командировке. Да нет, все в порядке. Я в курсе, что он в командировке. Просто мне нужна ваша помощь. Мы хотим от нашей фирмы сделать для Валентины сюрприз. Какой сюрприз? Ну, как это сказать, корпоративный. Корпоративный? Ну да, приятное, от коллектива. Можно я войду? А, пожалуйста, пожалуйста. Входите. Мне поручили сделать стенгазету к юбилею нашей фирмы. Надо же, я думала, что стенгазета уже не в моде. Нет, что вы. Вторая жизнь. И теперь все гораздо проще. Не надо гуашь и туши. Один фотошоп. Ну, я в этом ничего не понимаю. Я вас слушаю. Нужны фотографии, Валентина. Детские, юношеские и побольше. А зачем побольше? Ну как, Валентина очень уважаемый человек на фирме. Мы целую полосу ему посвятим. Ты подумай. Ну, пойдемте посмотрим, что у нас тут есть. Пойдемте. Вот она, это ему 5 лет. Под елкой стихи читает. На вас очень похож. Ну еще бы. На кого же еще? А это он в пионерском лагере. Ой. Как приехал из лагеря, с порога объявил: мама, больше меня никуда не отпускай. Ну, а почему? С мамой хотел рядом быть. Удивительно. Просто я, сколько себя помню, все время из дома рвался. А вот он у меня не такой. По крайней мере, был. Почему был? Он очень изменился. Да, это так. Знаете, на фирме так вообще все в шоке. Послушайте, он не любит со мной про работу говорить. Может, вы мне объясните, как это произошло? Ну как? Просто заключил удачный контракт, сразу карьера в рост. Ну, пошло, поехало. Какой контракт? Ну, на поставку колес. Каких колес? Я думала, вы запчастями занимаетесь. Все верно. Колеса, они же есть. Те же запчасти. А, ну да. Ой, ну что же я, извините, чашку чая даже не предложила. Вы посидите, я сейчас быстро поставлю чайник. Просто Валя просил документы привезти. Не видели тут документы такие в желтой папке, нет? Вы меня простите, но я без Валиного разрешения его вещи не трогаю. А как ваша фамилия? Липников Юрий Владимирович. А из какого вы отдела? Из рекламного. Маргарита Степановна, вы не беспокойтесь, я уже поеду. Всего доброго. Если я его убью, как это может отразиться на свете с малышом? Валя, о чем ты думаешь? Так, ни о чем. Рабочий момент. А мне кажется, что с тобой что-то происходит. Ничего не происходит. Света. У меня к тебе просьба. Не выходи сегодня из дома никуда до вечера, ладно? Почему? Ну, я просто отъеду по делам. Вернусь поздно. Буду тебя переживать. Ты не волнуйся, хорошо? Этого я не могу тебе обещать. Что ты задумал? Ничего. Просто деловая встреча. С кем? С Мазуровым? Все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Степановна. А Валентин дома? А вы тоже по поводу стенгазеты? Да.
А что, уже кто-то приходил? Да, Липников Юрий Владимирович из рекламного отдела. Вот что эти рекламщики, как всегда, хотят прогнуться ниже всех. А вы из какого отдела? Я из аналитического. Знаете, нам нужна какая-нибудь записка, сделанная рукой Валентина. А это еще зачем? Так для стен газеты. Сами знаете, шарады, розыгрыши. Ага. Вы знаете, где-то был рецепт. Валик записывал его со слов доктора. Вы знаете, его почерк очень изменился. Я вообще его в последнее время совсем не узнаю. И, как я понимаю, изменения начались после клинической смерти. После нее проклятой. Не, ну я понимаю, там привычки, навыки, ну что почерк. Не верите? Вот это раньше он писал, а это теперь. Да. Действительно, просто небо и земля. Это я о том же. Вы мне вернете рецепт? Так я его и забирать не стану, просто сфотографирую и все. 21 век, Маргарита Степановна. А. Так, еще разочек. Ну, да. Еще. Ага, отлично. Спасибо. Можно опять поздравить с новосельем? Да, а как вы узнали, что я здесь? Соседи. Когда вы отсюда съехали, я попросил ваших соседей сообщить, если в вашей квартире будут какие-то движения. Ну вот, сегодня они мне сообщили, что вы вернулись. Соседи? Ну да. Если я буду продолжать здесь стоять, они мне обязательно снова позвонят. Да, конечно, проходите. Спасибо. Спасибо. Значит, снова дома. Ну да, нужно как-то потихонечку возвращаться к нормальной жизни. Это правильно. Джек, можно задать твоей хозяйке один вопрос? Может быть, пойдемте в комнату? Нет, я ненадолго. Светлана Геннадьевна, открылись некоторые новые обстоятельства дела. В общем, мне нужен образец почерка Сергея Леонидовича. У вас остались его записи? Любые? Я даже не знаю, он обычно работал на ноутбуке. Подсказываю. Письма, заметки, да хоть список продуктов в супермаркете. Поверьте, это очень важно. Есть одна записка, но она очень личная. Настолько личная, чтобы не показать ее мне и не помочь поймать убийцу вашего мужа. Сейчас, одну секунду. Ну что, Джек, охраняешь? Кстати, мы с тобой коллеги. Оба охраняем покой мирных граждан. И нас обоих пинают, если что не так. Вот. Не переживайте, я ее не заберу. Вот, все. Спасибо. Вам спасибо. Светлана Геннадьевна, скажите, а Валентин Харьков вам никого не напоминает? Что вы имеете в виду? А, нет, ничего. Мысли вслух. Всего доброго. До свидания.
Интересно. Очень интересно. Алло. Марк Александрович, я смотрю, твои уже разбежались. Они вернутся еще? Вряд ли. А скажи, графолог твой не сильно занят? Ну, работает, а что? Я вам скину 2 образца почерка. Вы там гляньте, что и как, ладно? Ну, ладно, скидывай. Спасибо, спасибо, дорогой. С меня 2 сверхурочных. Нет, нет, себе оставь. Зануда. Добрый вечер. Ну, Мальбрук с задания вернулся. Надеюсь, сегодня трезвый? Ну, ладно вам. Ну, хорошо, давай, рассказывай, что нарыл. Ну, в принципе-то ничего особенного. Пропустил фото Воробьева через 2 основных офисных фильтра. Через его друга Спицына и через Марину. Я не понял. Ты что, заявился в офис как последний мент и показал им фотографию Воробьева? Ну, обижайте. Я продлил легенду о том, что я учусь на психолога. Изучаю портретные психотипы. Хиленькая легенда. Ну, ладно, и что? При виде фото Воробьева ни один мускул ни у кого не дрогнул. Понятно. Кстати, по версии Марины, ваш психотип – это простой водитель. Ты что, я мою фотографию показывал? Ну, да. Нужно было несколько показывать. Я и показал вашу, что? Бойскаут, ты будешь строго наказан. Переживу. Что у нас нового? Встречался с мамой Харькова. Прелестная женщина. Круто. А вот если не секрет, в качестве кого вы втерлись в доверие к мамаше? В качестве коллеги по работе. Готовим стенгазету. Ну, легенда тоже не ахти. Поговори мне еще. Маргарита Степановна, вы дома? Это Вера. Господи, что ж за день такой? Дверь не закрывается. Да-да, Верочка, проходи, я слышу. Здрасте. А у вас там открыто было? И решили поностальгировать? Да, вот открыла, начала смотреть, и не могу остановиться. Я вот тоже так же сяду и с концами. Оля здесь такой красивый. Верочка, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. В общем, разговаривала я Славика, только не на ту тему. Так и не раскололся? Я бы сказал, рассыпался, даже растекся. Ну и что, теперь опять тупик? Ничего нет? Кое-что есть. Вот, смотри. Эти 2 фотографии. Смотрю. Внимательно смотри. Смотришь? Да. Ну и что скажешь? Почерки вроде похожи. Вроде. Один в один. Писали их 2 разных человека. Знаешь, кто? Кто? Воробьев и Харьков. Да не может быть. Это мистика какая-то. Ну, ты о том же. Только нам, Паша, по долгу службы в мистику верить нельзя. А вот фактам можно. А что нам с этим делать? Ну, я уже отдал образцы на графологическую экспертизу. Так что ложись, ждать будем. Товарищ майор, я просто Марине обещал. Чего? Ты же совсем обурел, лейтенант. Ну, это ж в интересах дела. Знаю я твои интересы, и дела твои тоже знаю. Ладно, лети. Спасибо, Юрий Владимирович. Как дела на работе-то? Да все нормально вроде. Угу. О чем вы хотели поговорить? Слушай, а давай с тобой выпьем? Я сейчас, секундочку. О, и вино какое-то дорогущее. Что, Валя заезжал? Да, приезжал. Мы с ним так хорошо поговорили. Как у него дела?
Знаете, он что-то в последнее время не очень хочет со мной общаться. Да хорошо. Давай выпьем за то, чтобы у всех все было хорошо. Верочка, я поговорила с Валей и поняла, что какое-то время вам нужно пожить врозь. Так мы же вроде и не жили вместе. Да я не это имею в виду. А что? Вы с ним разные люди. Маргарита Степановна, вы же сами говорили, что мы очень подходим друг к другу. Ну, говорила. Раньше. А теперь не то. Валя не тот, которого ты знал раньше. Он стал другой. Да, он другой. Я очень хочу быть с ним рядом. И я буду рядом с ним, понимаете? И никто, никто не смеет нам мешать, слышите? Верочка, ты не наломай дров. Просил тебе передать. Я не могу разобрать, что здесь написано. Но у графолога почерк не обязан быть разборчивым. Ну ладно тебе. Что с результатом? Результат простой, как амеба. Оба почерка принадлежат одному и тому же человеку. Ожидал или нет? Черт его знает. Слушай. Ошибки быть не может. Ты же знаешь, наша фирма веников не вяжет. Ну что, Юрец, слышишь? Я же вижу, что слышишь. Ну что, старика, другого выхода нет. Надо ехать. Поехали.